Здравствуйте. Меня зовут Мария Сомина. Мне 14 лет. Я живу в городе Турку, в Финляндии. Я из молодежной организации «Альбатрос». Читаю стихотворение Юлии Друниной «Бинты». Глаза бойца слезами налиты. Вот он лежит, напружиненный и белый. А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым, одним движением. Так учили нас, одним движением. Только в этом жалость. Но, встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекисила, пытаясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобой! Так с каждым церемонится беда, да и ему лишь прибавляешь муки. Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе».